Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Очень сильно приболел, берегите себя, одевайтесь теплее. Сейчас у нас зима на носу, и непонятно, что это вирус или что-то похуже, но чувствую себя хреново, но записываю ролики, чтобы было что выкладывать в новогодние праздники. Еще, кстати, вас ждет поздравление от нас с Олежиком, так что подписывайтесь, не теряйтесь. Сегодня поговорим о том, как массово вот удалять приложение с вашего Android-смартфона. Если вы за каналом никогда не следили, если вы у нас новенький зритель, либо смотрите случайно, это можно сделать с помощью режима разработчика, когда вы включаете USB-отладку, и программы Android Commander. Я это снимал еще, наверное, года 4 тому назад. Android Commander до сих пор программа рабочая. Она позволяет пакетно удалять приложения с вашего Android-смартфона или же планшета и устанавливать их, то есть пакетом. Вы подключаете телефон, и все ПК-шечки, которые у вас находятся, допустим, в списке, в плейлисте, они все автоматически устанавливаются на ваш аппарат. Но там используется режим разработчика. Сегодня расскажу, как сделать все то же самое, только на Android-смартфоне. Без использования компьютера и режима разработчика. Запускаем программу AutoOptimizer. Я специально с Google Play накачал мусорных игрушек и покажу вам на примере одной из функций этой программы, как глубокая очистка, как удалить несколько приложений. Все это делается автоматически. Выбираем самый нижний пункт. Удалять приложение автоматически. Еще раз извините за то, что говорю в нос. На самом деле нос не заложен. Просто что-то не то. Сканируются все приложения. У меня на смартфоне их около 550 штук, поэтому процедура не самая быстрая. И давайте я выписал себе название программ, от которых хочу избавиться. Это значит разбить слова. Какая-то была бесплатная аркада или головоломка в Google Play. Далее Do Not Fallen. Это какая-то игрушка, инди-игрушка. Так, сейчас просто очень много нужного, поэтому удалим только ненужное. И самое последнее — это Water Sword Puzzle. Так, W, она должна быть почти в самом-самом конце. Так, Water Sword Puzzle. Выбрал несколько штук, причем можно выбрать все. Это какой-то экстремальный режим. Но будьте внимательны, в отличие от других программ, вам после удаления каждого приложения, каждой игрушки, не будет задаваться вопрос, там, удалить следующую. Здесь все делается автоматически. Жмем на кнопку «Удалить». Жмем «Продолжить». Все. Я уже не трогаю экран, я не знаю, как вам показать, ничего не трогаю. Все делается автоматически. Давайте объясню, как именно. У программы есть разрешение на наложение поверх вашего экрана. То есть это, как знаете, вот всякие программы типа Avast Battery Saver, когда программа Avast переходит в свойство того или иного приложения и жмет как бы за вас, то есть эмулирует нажатие по экрану пальцем, остановить приложение, потом жмет ОК. Вот здесь точно такая же фишка. То есть как бы никакой магии нету, вот уже я прикоснулся к экрану закрыть. Вот так вот это работает. Очень и очень, на мой взгляд, здорово. И вот программки исчезли с рабочего стола. Ну а с вами был Владимир, еще раз берегите себя. Ребят, в следующем году будет очень много классных роликов. Мне очень сильно нужна ваша поддержка. Делитесь каналом с друзьями, рассказывайте о нем, подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен. Все, что я делаю, вы видите, нет рекламы. Стараюсь делать максимально полезно по заветам Линуса Торвальдса. Увидимся в следующем году. Пока.